Несмотря на все высказывания западных СМИ в сторону России, наша страна является по-прежнему страной, в которую едут с удовольствием работать все жители ближних стран, а также, может, и дальнего зарубежья. Здравствуйте, это «Актуальный разговор». Меня зовут Тимофей Вагнер. Итак, сегодня мы поговорим о мигрантах. Естественно, у нас сложился какой-то стереотип о том, что это какие-то не очень ухоженные люди со Средней Азии. На самом деле, лицо мигранта поменялось, и в большинстве своем и люди, которые действительно приехали в Россию для того, чтобы работать, их большее число, но тем не менее, есть и те, которые скрываются, так сказать, под личиной мигрантов и нарушают закон не только России, Федерации, но и, наверное, чисто человеческие. Итак, о мигрантах, что с ними делать, сколько их сегодня, мы поговорим. У меня в гостях начальник отдела миграционного учета УФМС России по Республике Татарстан Марков Александр Николаевич. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Итак, начнем с ликбеза, наша обязательная рубрика для того, чтобы все поняли. Сразу к экранам приглашаю всех тех, кто как-то знаком, близок с мигрантами, у кого, может, они проживают, может, просто знакомые рассказывали о них. Итак, это очень важная информация сегодня. Начнем ликбез. Количество мигрантов за 2014 год увеличилось, уменьшилось, в связи с чем и так далее. Значит, добрый день, уважаемые телезрители. Могу сказать следующее. Значит, на сегодняшний день, на сегодняшний момент у нас более 62 тысяч иностранных граждан, которые прибывают на территории Республики Татарстан. С учетом того, что в текущем году у нас не проводится никаких значительных там спортивных мероприятий, подобных прошлогодней универсиаде, снижение количества мигрантов очень весьма незначительное, и я думаю, никакой существенной роли не играет. Вот. Граждане каких стран? В основном по-прежнему мы привлекательны для стран ближнего зарубежья. Сейчас начну. Это Среднеазиатский регион. Ну, это связано в силу того, что наша республика, хотя и светское государство, основной из религий, проповедуемой на ее территории, является ислам. Тюркоязычный народ. Поэтому для лиц, прибывших из Средней Азии, адаптация и интеграция происходит несколько легче, чем, допустим, скажем, в Рязанской области. Ну, для них проще. Да, то есть у них общение уже на бытовом уровне, они могут строить его на татарском языке и потом плавно переходят на русский. Плюс республика-то развивается, да. То есть есть действительно рабочие места. Да. Здесь же я могу сказать, что помимо того, что рабочие места у нас увеличиваются из года в год количество обучающихся студентов, из стран ближнего зарубежья, то есть Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия в последнее время выросла. В школах очень много учащихся иностранных граждан, детские сады. Ну, все могут знать и видеть их практически ежедневно. Что касается дальнего зарубежья, у нас по-прежнему лидерами идет Германия и Италия. И затем в последний год-два регистрируется приток у нас иностранных граждан из Кореи и значительный прирост Китайской Народной Республики. Ага, то есть да. Все, они уже Владивосток оккупировали? Нет. Вот вы тут немножко путаете. У нас же две категории есть иностранных граждан. В основном у нас прирост китайцев произошел из-за того, что у нас заключены соглашения и развиваются два производства, одно в Елабуге. Я понял. То есть, как правило, в Менделеевске. Как правило, это 100% люди приезжают честно работать. Да, честно работать с оформлением трудовых договоров и всего остального. То есть по ним у нас проблем, особенно по дальнему зарубежью, практически нет. У нас все проблемы возникают именно с ближним зарубежьем. Ну, давайте сейчас прямо начнем, потому что, насколько я помню, перед универсиадой это различные ребята, звонившие к себе туда домой, приезжают, тут все здорово. Тут поработаешь, можно тут остаться, ну и так далее, все эти. И да, действительно, их много. С Нового года, насколько я слышал, изменились и законы, изменились и правила, и так далее. Давайте прям пошагово. Первые шаги мигранта, вот так вот. Давайте, они должны сделать? Я уж с вашего разрешения начну не с первых шагов, а вы правильно заметили, что произошли изменения в законодательстве. Давайте, законодательство, хорошо. Да, с января текущего года внесены изменения в закон 109 по порядку пребывания иностранных граждан ближнего зарубежья, не требующих визового соглашения. Давайте вот прямо что было, чтобы для зрителей. Если ранее иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке, становились на миграционный учет на 90 суток, по окончании этого срока они просто выезжали за границу и, ну,
грубо говоря, зашел, вышел, и все. И он по новой продолжал пребывать на территории Российской Федерации. То есть это вот в паспорт, опять же, объясняю для зрителей, в паспорт вкладывалась такой маленькая бумажка? Нет, не вкладывалась. Вкладывается она при пересечении границы. Да. В паспорт ставится штамп. Дата штампа. Пересечение из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Все, и вот просто банально штамп в паспорте того государства. Да. И он с ним мог 90 суток где угодно. Он получал на основании этого миграционную карту, приезжал и становился на миграционный учет. Теперь же срок пребывания иностранных граждан, прибывших из этих республик, сокращен до 90 суток из каждых 180. Чтобы было проще, если человек пробыл суммарно на территории Российской Федерации 90 дней, он обязан на 90 дней убыть за ее пределом. То есть раньше он приехал на 90 дней, потом на один день смотался на границу туда-обратно и опять мог 90 дней. Это чтобы как бы не нарушить. Да. Сейчас для этого сделана вот эта 90-дневная пауза. Да. Да. Для чего? Для того, чтобы люди, приезжающие к нам, определялись побыстрее со своими целями прибытия и всем остальным. Потому что зачастую все они писали цель прибытия частную, ну то есть подразумевающую то ли визит кому-то, то ли еще что-то. Потом трудоустраивались, либо нет, ну прибывали и уезжали обратно. Понятно, ну цели это мы попозже. Да, что? Ага, это вот это была реклама. Хорошо. Продолжим сразу после короткой рекламы. Продолжаем разговор. Итак, в первой части мы выяснили, что с 1 числа мигранты, которые приезжают на территорию Российской Федерации, должны за 90 дней обязательно определиться с тем, что они будут делать на территории России. Если они ничего не делают, то есть ну, ходят, так сказать, праздно проводят свою жизнь, они обязаны будут потом уехать на 90 дней в свою страну, чтобы потом вновь вернуться. Раньше они это делали за один день, границу пересекли и опять ничего не делают. Вот такая вот инициатива, и я хочу узнать, принесла ли она уже свои плоды какие-то, то, что вот эти 180 дней, то есть 90 и 90. Я понял вашу суть вопроса. Дело в том, что вот эти 90 суток у них истекли у многих только в апреле, в конце апреля. То есть они прибыли в конце января, в начале февраля, и чисто математически получается, что 90 дней у них истекли в апреле-мае. Горячая пора у вас начинается. Да. В настоящий момент, вот я могу сказать, что только за прошлую неделю нами при постановке на миграционный учет, к которому попозже перейдем, выявлено 125 таких фактов. 125 это в городе или в республике? Это в городе. В городе. Это в городе Казани, где мы непосредственно осуществляем свою работу. А что касается республики, там тоже вот такие факты выявляются. Этих людей, если у них остается, скажем, день или два для постановки на миграционный учет, мы их ставим и тут же выписываем сокращение миграционного времени пребывания на территории Российской Федерации, которое им вручается позже. Понятно. Для того, чтобы, ну, вот теперь уже в помощь, давайте, да, в помощь мигрантам. Постановка на учет. Время, сколько это занимает, какие нужны деньги, какие кабинеты, потому что я понимаю, что еще там лет 10 назад это был ужас какой-то, чтобы пройти все эти круги, для того, что этого нет, того нет. Сейчас я понял, упрощается, упрощается и упрощается. Главное, ты приезжай и нормально работай, чтобы тебя знали. Вот. Итак, постановка на учет, время, деньги. Прежде чем с нормальной работой, надо нормально встать на миграционный учет. Так. Ни для кого не секрет, что у нас ряд граждан Российской Федерации взяли этот вопрос, скажем так, для финансовой подпитки собственного бюджета. Про резиновые квартиры? Да. Так. Именно про пресловутые резиновые квартиры, по-нашему они звучат адреса фиктивной постановки на миграционный учет. Угу. То есть люди, приходя, законом не оговорено количество людей, которых может поставить один гражданин Российской Федерации. Площадь не увязана, это до сих пор так не решили вопрос, я уже не знаю, кем это лоббируется наверху. Но вопрос такой, что у нас любой гражданин может прийти в любое подразделение ФМС и поставить на свой адрес любое количество иностранных граждан. Серьезно? По закону? Да. То есть я могу в свою там квартиру прописать 100 человек? 500. 500 человек? 1000. И все нормально, я соблюдаю закон. Вот в целях противодействия этому у нас было принято решение как-то упорядочить эту работу, не дожидаясь внесения изменения.
и вопрос постановки на миграционный учет по адресу физических лиц свыше 10 человек, ну, у нас есть возможность контролировать этот вопрос, сколько зарегистрировано и прибывает в настоящий момент по тому или иному адресу, он возложен руководителем нашего подразделения Чепушанов Сергеем Валерьевичем, конкретно на меня. То есть откуда цифра 10 человек? Ну, обычная квартира у нас среднестатистическая, двухкомнатная. Это 50 метров. Так. Ну, если с учетом проживающей семьи российских граждан из трех человек, там 10 человек, это, по-моему... Да ну куда же? Там и трое уже много будет. Ну, мы исходим из того, что 10 человек еще как бы... Это куда ушлые люди, да. Я не понимаю. А сколько же они имеют? Вот вы проводили какие-то эксперименты? Сколько бабульки получают вот эти, которые стоят там, тети с табличками «пропишу»? Ну, достоверная информация у нас есть. Приблизительно? Нету. Ну, приблизительно... В случае постановки на миграционный учет там суммы варьируются от 1,5 до 2,5 тысяч. Ну разве это в месяц? Это за человека. За человека на все 3 месяца? Или на неважно какое количество? На три месяца. На 3 месяца 2 тысячи? И что, и разве и ведутся на это? 100 человек. Нет, когда 100, согласен. Но сейчас 10, ну я понимаю, если 10, то и это 25 человек. 10-25 тысяч. За 3 месяца? За месяц. Нет. Ну а потом еще 10. Ну не знаю, как-то это бизнес не очень. Ну ладно. Я могу сказать больше даже. По гражданам дальнего зарубежья на кратно больше суммы. Ну понятно. Но они очень честны. Да, они платят, видимо, ну я не знаю. Но это, скажем так, непроверенная информация. Это чисто оперативная. Мы видели, просто я сам смотрел, как они вот на Островского стояли, там с табличками эти бабульки с сумками сейчас прописывали. Сейчас, слава богу, не стоят. Да, сейчас не стоят и хорошо. Теперь вот давайте это мы поняли потайную, серую сторону. Да. А теперь давайте белую. Вот на самом деле приехали ребята там с Узбекистана, хорошие мастера, там плиточники какие-нибудь. Вот они хотят найти работу. Что им сделать? Какие шаги? Ну, первоначально им надо встать на миграционный учет. Пришли. Для этого им нужно, необходимо, если вы сказали хорошие мастера, у них наверняка есть принимающая сторона, которая поставит их себе на миграционный учет. То есть прописали у себя? Да, кстати, зарегистрировали. А прописывать обязательно по месту жительства или можно там? Нет. Вы немножко путаете. У нас институт прописки закончился в 2006 году. Хорошо. Как это? Регистрация по месту пребывания. То есть, если у фирмы есть своя жилплощадь или какой-то там. Если помещение... у фирмы есть, фирма может регистрировать и на юридический адрес на свой. Ну, тут некоторые другие вопросы возникают. А так, по идее, если они найдут чистую квартиру, зарегистрируются. Это бесплатная процедура, я всем говорю. Она не стоит для нас ни копейки. Время, но приходят в течение часа-полутора часов, ну, в зависимости от того, когда они придут и полноты документов, их принимают. В настоящий момент у нас на Островского после часу времени уже ни очереди, ничего нету. Потому что, возможно, это связано с тем, что многие сейчас стали пользоваться услугами почтовых отделений, ставят через почту. Это тоже предусмотрено законодательством. Человек может прийти, но там, по-моему, какой-то комиссионный сбор у них берут. Но это не берем, опять же говорю, не Федеральная миграционная служба, а почтовое отделение. Теперь вот, что касается действительно, то есть мы видим мигрантов непосредственно, да, ну будем прямо говорить, большинство стройки, то есть это строительство. Да. Могут ли они каким-то образом прибывать на стройке, если им там поставят палатку, не знаю, еще что-то. Вот в течение лета тепло, хорошо. Помещение какое-то, как-то можно это сделать? Ну, это я сейчас к работодателю. Я понял, к работодателям. Работодатели у нас разные есть. Если строится дом для дальнейшего, многоквартирный, многоэтажный, то там, во-первых, они должны оформлять разрешение на работу. Для этого у них должна быть квота, которая утверждается Министерством труда и занятости республики. Выделяется им квота, они оформляют разрешение и привлекают то количество людей, на которые у них квота оформлена. В этом случае они могут регистрировать на адрес юридического лица, в том числе они могут пребывать и на стройке, если там оборудованы вагончики и все остальное. Да. Если это на частника работает, там разрешение уже не требуется, если строят кому-то коттедж. Так, а где они тогда проживают? Они могут проживать по адресу частного лица, либо по адресу, на котором они зарегистрированы. В этом случае они оформляют патент. Патент на работу. Он, то есть, оформляется также у нас. Стоит эта услуга
1285 рублей, по-моему, в месяц. Ну, судя по всему, это самый популярный есть патент. Да, патент. Да? Но для того, чтобы получить патент, при прибытии у него должна быть цель прибытия – работа. Ага. То есть, ну, это понятно. Хорошо, теперь тоже очень важный, может, скользкий, острый, но, тем не менее, вопрос, который действительно всех интересует. Это мигранты с Украины. Есть ли какая-то уже там статистика? Почувствовали ли мы, вот когда у них это все началось, что они пошли? Потому что по общей статистике с Украины почти 50% вот из всех мигрантов, это я говорю вся Российская Федерация, едут на работу в Россию. То есть по Украине, грубо говоря, из всех. Ну, я тут прежде всего хотел бы пояснить то, что по гражданам Украины в связи с заключенными соглашениями с украинским правительством пребывание граждан Украины на территории Российской Федерации в течение 90 суток не требовало постановки на миграционный учет. То есть вообще ничего не надо? Да, они просто пребывали у нас на территории 90 суток. В случае необходимости они могли обратиться к нам, встать на миграционный учет для дальнейшей легализации на территории Российской Федерации. А сейчас вот не ходят такие слухи, что вот в связи с нынешней политической обстановкой будет как-то ужесточаться? Ну, это же надо пересматривать международные соглашения. Согласен. Это не очень не близкий. Не... А, ну понял. То есть в ближайшее путь. Время все у нас как бы... Я думаю, как-то нет, потому что это долгосрочно, и все-таки экономики наши завязаны гораздо серьезнее, чем думают некоторые правители на Украине. Да-да-да. Да, вот, поэтому... Но я могу сказать, что касается меня, ну, у меня за неделю человек 15-20 обращаются по поводу продления миграционного учета. Это в основном жители Донецка, Луганска и этих но областей. Ну, это вот как раз последние... Да, именно в связи с последними событиями. Угу. Понятно, хорошо. Теперь, про пряник мы рассказали, теперь про кнут. Штрафы какие, чтобы люди понимали? Что касается режима пребывания, это у нас есть административный кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, и там есть 18 глава, в которой все эти статьи есть. Вот одна из статей 18.9, она предусматривает наказание за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. По одной из ее частей, ну, вернее, по каждой из частей там штраф от 2 до 5 тысяч. И по 18.1.1 решением суда человек может быть выдворен с одновременным закрытием его въезда на территорию Российской Федерации на 3 года. На 3 года. Хорошо. Вот эти штрафы, они в зависимости от того, один день ты просрочил, месяц, да? Ну, да. Если мигрант, прибывший к нам, превысил свой срок более чем на 30 суток, то есть вот 90 дней он пробыл, еще 30 пробыл, мы его выявили, в этом случае ему закрывается въезд в страну на 5 лет. Ага. А если буквально 2 дня? Ну, это могут наказать, могут не наказать. Это, то есть еще... Ну, тут 2 дня бывают разные случаи, тут в каждом случае индивидуально мы подходим. Не надо думать, что мы там сидим и только кого-нибудь наказать. Понятно, хорошо. Александр Николаевич, ну и в завершении все-таки контакты, куда идти и какие-нибудь телефоны прямо в камеру вот, и совет. Ой. Ну, совет первым мигрантам в том, чтобы легализоваться на территории Республики Татарстан и в дальнейшем Российской Федерации, не обращайтесь ни к каким юридическим фирмам, обращайтесь напрямую в отдел УФМС России по Республике Татарстан. Не надо нас бояться, мы не злые, не кусачи, скажем так. Мы всегда подходим индивидуально и стараемся решить любой вопрос. Второй, адрес куда идти? Адрес Спартаковская, 90, кабинет номер 14. Я принимаю каждый день с утра с 9 до 18 часов. Понятно, спасибо. Спасибо. У меня в гостях был начальник отдела миграционного учета ФМС России по Республике Татарстан Марков Александр Николаевич. Большое вам спасибо. Надеюсь, что мы достучались. Хотя, может, как-то и непонятный язык пока для них, но они выучат и... Придут и спросят. Придут и спросят. Большое вам спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Друзья, ну, если вы видите действительно, что какие-то нарушения существуют, если что-то происходит, вы тоже не стесняйтесь, вы позвоните. Во-первых, есть действительно ребята, которые приехали для того, чтобы мешать, а есть те, которые действительно работают. Решайте вы, где и с кем существовать. До свидания.